Микаэла Стейначер, австрийская художница. Родилась в 1972 году в Медлинге, Австрия. После школьных экзаменов получила дополнительное образование как тренер здоровья, то есть человек, помогающий людям с факторами риска в рамках программ, ориентированных на охрану здоровья. После Микаэла говорила: «Благодаря этой профессии человеческие тела в дополнение ко множеству различных отвлеченных тем стали очень важным элементом моих картин». Тяга к искусству заставила ее получить среднее, а затем и высшее художественное образование с акцентом на акриловую технику рисования. По словам Микаэлы, очень важное влияние на ее работу оказали ряд известных художников, как прошлого, так и современности. Она до сих пор руководствуется их творчеством в своей работе.